Всем привет, всех с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья, всего самого наилучшего, чтобы ваши все мечты сбывались. Я наконец-то снимаю новогодний влог, именно как проходит наш вечер, день, в общем, с 31 по 1. Я всегда мечтала снять такой влог, но никогда не получалось. В этом году я решила, что сниму уже. Вот, у меня Алиска сейчас сидит, смотрит Леди Баг. Сейчас я вам покажу, переверну. А время у нас уже 5 часов вечера. Я думала вымыть Алиску. Ну, перед Новым годом надо всегда мыться, я считаю. Вот я уже помылась, у меня уже сухая голова. Вот, я хочу ее помыть и уложить спать, потому что всю ночь мы не будем спать. Вот, подарки смотреть, все такое. И чтобы она у меня не уснула, ее надо сейчас спать уложить. Поэтому я сейчас быстренько пойду этого карапузика мыть и укладывать спадки. Вот так. Вот, она у меня тут смотрит Леди Баг. Алисочку после ванны я одену вот в такой вот как бы кенгуруми, скажем так, в виде зайчика. Он очень теплый, вот она как раз в нем поспит, а потом мы будем переодеваться в новогоднюю одежду. И еще вот у Алиски сейчас вот такая соска, а я хочу ей сделать вот какую-нибудь из этих сосочек из Лови. Я покупала, они у меня не обрезанные. Вот есть такая бирюзовая. И есть вот такая с енотиком. Я даже не знаю, какую ей сделать. Мама говорит бирюзовую. Значит, будем делать бирюзовую. Это я сейчас уберу, а Алиске буду делать вот эту сосочку на магните. Да, пупс? Взяла полотенце, беру Алиску, и сейчас мы пойдем мыться. Я уже не буду показывать, как мы моемся. Вернусь, когда мы уже помоемся. Вот мой лисеночек маленький вымылся. Волосики у нас мокрые. Сейчас будем сушиться феном. Потом покажу. Будем, в общем, сушиться. Ко мне тут на ручке приползла Алиска, любимка моя. Сейчас высушится, мы оденемся с ней и спадки, да? Я Алиску положила, значит, берем маникюрные ножнички и соску нашу. Вот она. Сейчас будем ее обрезать под корень. Вот, и вот такой вот магнитик нам нужен. И еще нам нужен клей-пистолет. Я на клей-пистолет клею. Ну, а сейчас будет трагедия, потому что я буду обрезать вот эту пустышечку. Ладно, мне, в принципе, не жалко. Раньше мне было жалко, сейчас мне не жалко. Все, обрезаем. Вот я обрезала пустышку, и сейчас сюда на серединку буду клеить. Как приклею, покажу. Так, я сделала пустышку, заклеила уже магнит, давайте пробовать. Ой, какая красота! Боже, как ей классно идут эти пустышки, просто прелесть. Красота. Ладно, давайте ее уже одевать вот этот вот костюмчик и укладывать спать. Ну, вот так вот мы переоделись, и сейчас я ее возьму на ручки и буду укачивать спадочки. Кня готова, я почти уже у цели, вот и скалка в руках, вот и фартук на теле. Тесто и фарш вовремя подоспели. Лепим пельмени. Ай! Раз пельмень, два пельмень, оп, три пельменя. Чтобы стряпать их, как я, дружок, тебе нужны умения. Годы тренировок, так что наберись терпения. Или пили до окупения. Ладно, открою тебе секрет от ас. Меньше теста, да, больше мяса, да. Веди ровнее от центра дужки. А когда клеишь концы, не пережимай ушки. Не пирожки ведь печем. Ты тут давай-ка не цокай. Пельмень основа основ этой вашей кухни высокой. Пельмень всему голова. Пельмень как брат, не названный. Дома лекарств может не быть, а вот пельмени быть обязаны. Они как декор и как украшение. В общем, ребята, лисеночка я уложила спать. Она у меня тут с Мишкой спит на кровати, вот. А она со мной вместе приготовила рулетик и вот сейчас завалилась спать. Время у нас уже 6 часов вечера. Я думаю, как раз где-то ближе к 10 ее разбужу. Может быть, к 9. Вот, а сейчас я буду упаковывать подарки. Как вас поставить? В общем, я уже переоделась в одежду, в которой я буду на Новый год. Это вот в таком топике и в джинсах. Сейчас я буду краситься. У меня вот тоналочка приехала новая. Сейчас буду ее открывать. Мы, кстати, тут стол передвинули, сейчас покажу как. Вот так мы его поставили. Тут елка, а тут мы будем сидеть. В принципе, место довольно нормально. Смотрите, кто у меня проснулся. У меня проснулся Алиска. Алиска, пойдем. У нас час остался, меньше часа. У меня проснулась Алиска, у нас осталось меньше часа, и сейчас мы будем срочно прямо одеваться. Вот. Так, я ее кладу, и вот одеваться мы будем, значит, одену ей платье,
кроссовки и хочу сделать заколочки вот эти. Мне нравятся они, очень классно будет смотреться. Я думала ей одеть рожки, но не хочу рожки. Ну, сейчас посмотрим. В общем, раздеваю. Я посадила свою зайку. Вот такая вот она у меня красоточка. Сейчас будет здесь сидеть. Включу ей телек, пусть смотрит пока его. И сама, вот видите, уже накрываю на стол, потому что осталось полчаса. Вот так вот мы накрыли стол. У нас тут минимально. Это значит салат Цезарь. Я сама украсила так. Это вот рулетики наши. Это что у нас? Вы видите. Вот. Это у нас телек работает так. Вот это взяли. Ну, такой маленький, но нормально. Кушать мы не очень прям все сильно хотим. Но здесь зато подарочки. Вот Алиска. Путин. Там. Мы здесь слушаем. Впервые Путина слушает. Ай, открывай, да, открывай. Улыбайтесь все. Давай. Ты мне налей. Сейчас я налью. Сейчас. Все. Короче, загадываем желание. У меня там целая статья. Давайте! Ура! Ура! С Новым годом! С Новым счастьем! За этого пусть! У нас салют, ребята! С Новым годом! Так, ну что, давайте открывать мой подарок. Так, ленточки. Так, все, давайте. Поскочу. Вот здесь, да, открывать? Угу. А рвать можно? Рви. Так, смотрите. Первое. Конфеточки. Еще одна коробка. Дальше. Давайте. О! Так было. Ну ладно, тогда так открываем. Нет, вот так, да? А, просто. Да я не понимаю, что это. Маме сказала, значит, ничего не дари, на свое усмотрение. А какую открывать? Вот это? Тут маленькая какая-то большая, да, потому что у меня большая. Подожди, сейчас. Здесь вот это. Офигеть. Ах, это мой рай. Ребята, просто ставим на стол и любуемся. Не едим. Офигеть. Мне кажется, в детстве у меня такого не было. Так. И маленькая коробочка осталась. Так, открываем маленькую коробочку. Как думаешь, подожди, как думаешь, что там? Ну, не знаю, что-то тяжелое. Может быть, я даже не знаю, что-то тяжелое. Ну, тут у тебя память, это не хватает всегда заряда. Ну, может, пауэрбанк, кстати, реально, может, пауэрбанк, потому что я маме говорила про пауэрбанк, что у меня очень сейчас телефон разряжается, и мне не хватает. А то, что я купила маленький, он вообще, ну, наверное, пауэрбанк, у меня других нету предположений. Все, короче, открываем. А еще памяти говорила мало. Ну да, мало. Я грею счастье внутри, смотри, оно с тобою связано. Глаза мои завязаны, но я все вижу. Я грею счастье внутри, смотри, оно с тобою связано.
все про все рассказано. И я все помню. Вот, смотрите, вот такой телефончик. Это надо запечатлеть, понимаете? Я в шоке. Снимаем бирки, он не вскрытый. А, капец, я сейчас увижу его цвет. Ну, уже можешь тогда снимать полностью. Раз, два. Я грею счастье внутри, смотри, оно с тобой связано. Глаза мои завязаны, но я все вижу. Какая красота, я так хотела новый телефон. Ну, я говорила маме, что хочу новый телефон, но мне говорили, что могу только мечтать о нем, потому что... Нету сейчас возможности, тем более. Я вообще хотела или 13-й, или 14-й, а это 15-й. Золото. Красота. Тут еще идет к нему его вся комплектация и провод. Все. Я бережу его в коробочке. Это вот это, что ли? Нет. Ой. На елочке. На елочке. В смысле, на елочке, мам? Чё на елочке-то, я не пойму. Внимательно смотри. Вроде зрение с тобой проверяли. Так а чё, я не вижу. Ищи. Я не вижу, на елке прям? Да. Я не вижу. Не понимаю, про что ты говоришь. Тут игрушки. Там внутри ничего нет. Это то? Да. Это одно, да? Да. Все. Блин, я не знаю. Леденец? Нет, ну это не леденец, такой твердый. Подожди, вот здесь... я предполагаю, что это. Я же говорила об этом тоже просто в обычные дни. Это духи, да? Это духи! Офигеть! Это мой любимый вкус, у меня как раз они закончились. Смотрите, такие духи. Все, брызгаемся сейчас прям. Ну, типа, я попросила маму конфеты, я ей сказала, ну купи что-нибудь такое вкусное, как я люблю там киндеры разные, вот такие. Мама вот купила вот это в начале самом, вы видели, я такая думаю, ну все, классно. Сейчас еще пару киндеров, пару. Но я не думала, что всю упаковку. Мне мама на то, что я сдала экзамены, и то подарила, по-моему, вот так или вот так две. Но не чтобы всю упаковку, капец. Это вообще, ну, я тебя люблю. Еще айфон, это вообще... Вот на айфон это вообще самое офигенное. Ну, посмотрите. Это я распакую его в другом, видите? Хочу сделать другое, видите? Пока дойдем. Привет, привет! Ребята, салют словили, кайф, просто красота, у меня просто телефон снимается, ура, офигеть, красота, надо в следующем новом году точно такое видеть такое. Надо выходить прямо в 12 на улице отвечать. Салют! С Новым годом! Молодцы, всегда там вот на той площадке. Да ее, наверное, просто в сторону. Хлопок как казачок. Просто соседи, которые около подъезда. Они вообще охеренно хлопушки. Всем с добрым утром. Я проснулась, я легла, по-моему, или в 5, или в 6 часов вечера. Где-то так. Сейчас я делаю себе умывалочку. Очень классное день рождения. Вот, я легла где-то в 5 или в 6 часов вечера. Ой, вечером. Утром. Вот. И, короче, проспала вот до 11. Это недолго, кстати. Я могла бы дольше проспать, но меня соседи разбудили. У нас соседи очень громкие.
Они не празднуют Новый год, наверное, поэтому не спят. Короче, мне очень холодно. Не знаю из-за чего. Сейчас, короче, буду умываться, потому что у меня на лице из-за того, что я легла спать и не смыла макияж, там капец. Там просто капец. В общем, я уже умылась вот так. Я пока не красилась, потому что, в принципе, я не пойду на улицу. Сейчас у нас время 1:30. Вот. И у нас в 14:00 будет розыгрыш. Будет розыгрыш вот этих билетов. Вот у нас началась уже программа. Сейчас придет мама, и мы будем смотреть, выиграли мы что-то или нет. Вот, надеюсь, хотя бы что-то мы выиграли. В общем, у нас начинаются вот наши билетики. Ребята, вот Алиска у меня вот оделась вот в такой новый костюм. Красивый, розовенький. А я хочу вам показать, что я подарила маме. Маме я подарила вот такой вот увлажнитель воздуха. Он меняет цвета с подсветкой. Вот видите, выходит пар. Он такой холодненький, прям вообще кайф. Мама как раз хотела, потому что в комнате очень душно прям. И вот как раз это будет увлажнять воздух и не будет казаться именно душно, будет его хватать. Вообще классно. Вот. В общем, вот такой подарок. Ну, а на этом я буду заканчивать свой влог, потому что больше я не знаю, что вам снять. Подарки мы подарили. Вот. Алиса свой подарок получила, это раскраска и игрушка, но, возможно, что-то ей еще потом попозже куплю. И вот этот костюм. А так все. Вот. Всем спасибо за просмотр влога. Желаю всем новогоднего настроения, чтобы у вас все мечты сбывались. Всех люблю и ждите новые влоги. Пока-пока.